Всем привет! Сегодня 8 февраля и с вами Камила Хакимуллина. Сегодня буду рассказывать вам об очередных интересных и ярких событиях. Делайте звук погромче и внимание к сюжетам. Вот и все, вот и кончилось теплое лето. Вот и все, расставаться всегда тяжело. Концерт Андрея Державина. Советский и российский музыкант, певец, композитор, аранжировщик, бывший лидер группы «Сталкер». Сейчас он продолжает сольную карьеру, выступая на сборных ретро-концертах. Приходите и вы! Бесплатная фотовыставка «Заповедная Россия. Командорский заповедник». Это самый большой морской заповедник, который располагается в северной части Тихого океана, недалеко от полуострова Камчатка. На выставке представлены фотозарисовки из жизни обитателей заповедника, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Интересный вечер сегодня намечается, но это еще не все. Расскажу вам об одном замечательном спектакле на татарском языке. Смотрим! Запоздалое лето. Человеческая жизнь состоит из многих этапов, но результатом ее неизменно становится старость. Кто-то принимает ее как должное, смирившись с положением вещей, а кто-то, как герои пьесы, открывают в себе новые таланты, дышат полной грудью, впускают в свою жизнь любовь. Отправной точкой действия становится предстоящий отъезд героини в далекий Владивосток. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Пока-пока!